Лукашенко починає спробу ліквідувати свого головного конкурента на виборах Віктора Бабарику. У банк, яким 20 років керував претендент на посаду президента, увійшли супрацовники департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю. Вони діють у рамках кримінальної справи. Я зв'язана з неуплатою податків. Гетую ситуацію, спробу компрометувати претендента, я попросив прокоментувати Володимира Бородача, полковника, былого командира бригади спецназа ГРУ у Мар'їнній Горці. Володимир, що ви думаєте про ці дії неуладов? Уже захватил Лукашенко. В принципе, впервые за все шесть вот этих избирательных кампаний все пошло не по плану. Появились альтернативные кандидаты, с которыми не заключен контракт. Поэтому Лукашенко пытается на первом этапе, уже на этапе регистрации, попытаться снять их с президентской гонки. И ничего здесь нет. Это самые мягкие меры, которые он предпринимает на первом этапе. Дальше будет хуже. Естественно, в течение 20 лет он не проверял. Проверяли все структуры, и этот банк, и все другие банки. А вдруг накануне выборов, когда не смог договориться, в принципе, с Цепкало, тут не с Цепкало, а с Бабарико, начинается нажим, начинается прессинг на основного оппонента вот этого режима, на основного кандидата, который может победить Лукашенко на этих выборах. Да, то есть резко потребовалось заняться менавито этим банком. Аккурат так сказали, что одразу после заявы Лукашенко про то, что треба, как там, прошерстить пузатых буржуев, так? То есть что это, пузатый буржуй это кто? Виктор Бабарико, те кто это? Безусловно. Он хочет, сейчас играет на низких качествах людей. То есть вот он, богатый, богатый не может воровать и все. И фактически он же не говорит, я преступник. Я фактически преступным путем провожу все избирательные кампании и захватил, фактически узурпировал власть, оккупировал Беларусь. Он пытается сыграть на крестьянок, на рабочих. Вот он, буржуй. Не бывает людей, не бывает банкиров, которые не воруют. Банкир, председатель банка не может воровать чужие деньги. Это не какая-то фирма, подставная фирма, где можно, в принципе, и он, банк не берет и не выигрывает, не участвует в тендерах где-то, где продаются государственные заказы. Вот при торговле тендерами государственных заказов, вот там воруют настоящие деньги, при строительстве, при продаже участков земли, в таких центре Минска, в лучших местах. Вот где деньги набираются. При строительстве этих домов. Но да. Никак не в банке. Глядите, вот до этого момента вельми популярны были дискуссии типа Бабарико. Виктор Бабарико это фейковый кандидат, який має створить иллюзию альтернативы. Ну, мовляв, вот глядите, сильный кандидат, приходьте на выборы, да, голосуйте за его, а потом все равно эти выборы подтасуют. Ти вот эта операция супроть, ну, не особисто покуль что его, а банка, яким он керовал, ти былых его супрацовников, означает, что Бабарико все-таки соправный конкурент Лукашенко. И всех этой дискуссии про то, ти он фейк, ти он спарит партнер, они застылися в вчерашнем дни попросту. Я офицер разведки. В моей жизни это шестые выборы в Беларуси. Мои друзья убиты. Меня трудно обмануть. Я все подвергаю сомнению. Верю фактам, достоверной информации, анализу и поступкам, которые говорят больше о человеке, чем его слова. Конечно, первое впечатление складывается не в пользу этих персон. Однако их робкие первые шаги до регистрации кандидатами были оправданы. Коробили, конечно, ответы о пропавших политиках, их призыве идти на выборы, которых нет. Там Цепкало говорил о гарантии президенту, но гарантии президенту преступнику не может никто давать, ни кандидат. Это будет решать суд, Следственный комитет и прочие органы. Порыв Тихановского также у меня
всегда вызывал подозрение. Он шел без страха и слишком спешил. Однако в целом просматривалась система, работавшая пока не в пользу Лукашенко. Но полученная сегодня мной информация почти исключает, что Бабарико, Цепкало и Тихановский являются спарринг-партнерами Лукашенко. У Лукашенко есть три надежных спойлера – Черечень, Конопатская, Дмитриев. Все они заключили контракты и работают на условиях КГБ. Вакульчик обещал Чечереню помочь на условиях донесения им информации и его участия в качестве управляемого кандидата в этот, в принципе, за что Черечень попросил определенные преференции в его бизнесе. Правда, договорились на части прибыли, которую он должен отдавать. Ему оказаны все содействия. Ему даже пообещали в дальнейшем место депутата парламента. Черечню помогают в сборе подписей избирателей с оплатой за услуги «Один голос, один белорусский рубль» молодые люди и опытный лидер профсоюзного движения Геннадий Федынич. Неизвестным в народе человеку с небольшой группой людей нереально собрать даже половину необходимых голосов. Но ему напишут дополнительно 80-90 тысяч подписей. Фактически сбор подписей его членами инициативной группы почти не ведется. Хотя объявлено, что собрано 75 тысяч. По словам руководителя значит, со слов руководителя одной из групп Лысенкова собрано 6,5 подписей. Контора предоставила ему подписные листы в поддержку Александра Лукашенко для использования. А с 5 июня этого года активно работают и свои люди. Параллельно Черечень за свои деньги нанял группу лиц для оформления подписных листов с учетом с базы данных МВД. В течение оставшихся вот этих дней поддержку этого кандидата будет дописано, сделано 90 тысяч подписей. Никто их не проверяет. Фактически на пунктах сбора работает его только два пункта рядом с альтернативными кандидатами. А заявленных 46 пикетов фактически сегодня молчат. Они остались только на бумаге и в декларации. Второй кандидат – это Дмитриев. Это важно, потому что сегодня уже есть заявление, чтобы всех зарегистрировать. Вот почему? Потому что эти кандидаты не смогут никак набрать по 100 тысяч подписных листов. Значит, Дмитриев тоже работает, в принципе, в конторе с 2010 года. Вы помните выборы? Ему тоже предложено место в последующем депутата в парламенте. Здесь подписные листы Дмитриева тоже самое используются и оформляются при помощи базы данных МВД. Третьей кандидатурой является Анна Конопатская. Это дочь, как вы знаете, богатого олигарха, работающая в команде Лукашенко. С подписными листами аналогичная картина. У Дмитриева и Короткевич реально собрано не более для каждого 3000 подписей. При регистрации указанных лиц кандидаты, якобы набравшие свою поддержку 100 тысяч подписей, надо будет довести до избирателей и мирового сообщества. И там есть доказательные сведения о подлоге и сговоры
организованных официальными органами власти. При участии данных спойлеров в качестве кандидатов у власти остается Лукашенко. Правда, если избиратель придет на выборы. Желание людей велико прийти на избирательные участки и проголосовать за любого другого кандидата, кроме Лукашенко, может привести к ошибке и переизбрании того же диктатора. В таком случае мы позволим Лукашенко еще 5 лет издеваться над нашей страной. Но самая главная задача сейчас – убрать неуправляемых, независимых кандидатов. Да, хто гэта кандидаты, вот, окроме Виктора Бабарики, ці Цыпкала так само неуправляемый кандидат и реальный оппонент Лукашенко, ці все-таки это так само подставная фигура, ці гэта нечто іншое ще? Понимаете, это мы определимся, когда начнется до конца избирательная кампания. Пока он ведет себя намеренно, сдержанно, но его заявление о гарантиях Лукашенко, безусловно, возможно, это политический шаг. Но я же сказал уже, что вопрос о гарантиях Лукашенко будут решать комиссии, возможно, парламент, и в последующем при наличии каких-то махинаций Лукашенко, при его соучастии в исчезновении политиков, при его причастности к экономическим преступлениям, безусловно, никто ему не даст никаких гарантий, и Цыпкало не может говорить об этом. Владимир, глядите, вертаючись до этой криминальной справы, связанной с банком, былым банком Виктора Бабарики, да? Вы не думаете, что это может быть специально комедия такая, тетрагедия, хоть и разыгранная, для того, как показать людям, что вот, глядите, вот мы навод шерстим пузатого там буржуя, то есть Бабарику, да, как доказать, что он соправданный оппонент, то есть приходьте на выборы, голосуйте на Бабарику, есть альтернатива, приходите, нам главное, чтобы вы пришли. И все-таки это аутентичное. Ну, я вот схиляю, что это все-таки реальная атака супротиго, потому что лукашенковские эмоции, то есть эмоции Лукашенко, когда он кажет там про разгром путча в Андижане, расстрел тысячи людей, про боевиков, про пузатых буржуев, это все, ну, реальные эмоции. Так он тут он не подманывает. Вы что думаете про это? Лукашенко не остановится. Шизофрения будет толкать его дальше. Он готов к силовым мероприятиям, активно ищет материалы для возбуждения уголовных дел против наиболее сильных и непровластных претендентов. Бабарика, ну и, скажем, и Цыпкало пока. Тихановский уже сидит в тюрьме и пропустит эти выборы. Сотрудники спецслужб понимают невменяемость руководства и осторожно делятся уже ужасной информацией с тем, чтобы избежать ответственности в будущем. По Виктору Бабарика приказано работать по 3 направлениям. Первое. Забраковать подписные листы и снять с гонки. Здесь есть, однако, серьезное возражение. Дмитриев с инициативной группой в 2600 человек, Конопатская с группой 1300 человек, Черечень с небольшой группой наберут под 100 тысяч голосов, что, в принципе, невозможно. А Бабарика с 9000 человек будет исключен. Сразу можно открыто говорить, что выборы не состоялись. Следовательно, ну, это так, вроде бы отказались от этого способа. Второй способ – это поиск компромата с целью возбуждения уголовного дела и снятия его таким образом с президентской гонки. Этот же способ может применяться и против Цыпкала. Третье направление – это поиск чистых и убедительных способов нейтрализации Бабарика. Это уничтожает на простом языке физическое уничтожение. Здесь рассматривается один из вариантов – это скоропостижная смерть от COVID-19 с последующим сожжением этого тела в крематории без экспертиз.
На самом же деле предпочтение отдается отравлению путем укола. Точно так же был убит вице-спикер парламента Геннадий Карпенко. В гостях с небольшой своей компанией присутствующая там мадам Осинская попросила Карпенко показать ей дом хозяина кошеля. В ходе экскурсии она уколола в бедро значит, Карпенко, в результате чего он не мог говорить и двигаться. Давление зашкаливало за 300. В больнице Карпенко скончался, не приходя в сознание. Пока хозяин дома кошель находился в следственном изоляторе, скоропостижно скончалась его дочь, никогда не болевшая. Она была свидетелем, как Осинская выжидала какое-то время в отдельной комнате без Карпенко. Так что власть способна на все. И всегда надо помнить, что эта власть готова пойти на любые преступления, провокации в целях сохранения своей власти. Иначе будущего у нее нет. Так, Владимир, глядите, ну вот вы вспомнили про таймничую смерть Геннадия Карпенко, блискучего политика, одного из головных оппонентов Лукашенко под конец 90-х годов, былого мэра Молодечна, депутата. Наше поколение, старейшее, чем я, мы памятаем его, так? Але глядите, вот в апошні 20 год от смерти Карпенки, бо уже больше 20 год пройшло, мы бачили целый шерох неудалых, трагикомічних операцій спецслужб, да? Ну, то есть, наприклад, джип, який приїхав проз межу з України, нібито з некої зброї, і потім этот джип просто, ну, испарился, он зник, да? Потім так само операція з дохлими там крисами чи мишами, про які я казав сам керівник КДБ. Ну, гэта, ці гэта не смешно, да? Ці спецслужби Лукашенки насамрэч здольныя на такую вельмі докладно запланованую операцію, до якої не причепишся. Ну, наприклад, ми ж бачили то, як працювали супроти Тихановського. Все знято на камери, все бачно, хто атакує міліціанта, да? Хто його валить, це чоловік в зеленій курці і його там товариші, назовемо їх так. Але тим не менш затримлюють Тихановського і там сім його колег, і вони сидять в кримінальній справі. Да? Ну, тобто, і вони дійнішують нахабно, грубо. Так, это зусім не спецслужбы, которые, где комар носа не подточит, так, как это было ранее. Вот вы думаете, они здольные провести такую операцию, которую комар носа не подточит, и они выйдут сухими из воды? Сейчас я сомневаюсь. Во-первых, все хотят перемен. И милиция, и сотрудники КГБ, и армия, то есть все люди. Отражение этих структур, выражение воли народа, оно параллельно такое же, в принципе, и у сотрудников вот всех силовых структур и ведомств. Но, что касается спецслужб, то здесь, когда я говорю спецслужбы, то я разделяю этих людей, ибо есть спецслужбы семьи Лукашенко и остальные сотрудники спецслужб, МВД фактически, они не обеспечивают семью, а обеспечивают интересы государства. Так вот, это именно вот в начале, как убили Карпенко. Карпенко убивали спецы. И вы помните, как расследовано было дело исчезновения политических заключенных? И сразу же Бажелко и Мацкевич, председатель КГБ, которые раскрыли эти уголовные дела, пошли на доклад к президенту Лукашенко, и сразу, не выходя с кабинета, они были отправлены в отставку. Им не разрешили даже забрать свои личные вещи из рабочих кабинета. Следовательно, вот там это профи. Они раскрыли. Давайте нагадаем, Бажелко, и это был генеральный прокурор Республики Беларусь, Мацкевич прокурор были... Республики Беларусь. Так, да. Старшиня перед КДБ. Этим, да, а Мацкевич председатель КГБ. И перед этим, как пойти на доклад, значит, к Лукашенко,
Бажелка дал непосредственно интервью прессе, что скоро, в течение нескольких ближайших дней, мы доложим вам о результатах расследования. Можно считать, преступление раскрыто. Необходимо было только арестовать последующих двух лиц. Это генерала Шеймана и министра МВД Сивакова. Но, увы, этому не, значит, это не сбылось. Эти люди уволены в отставку. Так вот, это старая система. Она раскрывала любые преступления. Но после этого начался развал этой всей правоохранительной системы, как и законодательной системы. И уже, когда планировался теракт 11 апреля 2011 года, вы посмотрите, я вас ознакомлю все с результатами моего независимого расследования. Вот, вот эти преступления, это делали спецслужбы Лукашенко. И они там, вы удивитесь, они допускали такие ляпы, в принципе, которые просто, если человек, обладающий ну, какой-то логикой, он бы мог спланировать и провести эту операцию лучше. Лучше, чем эти недоучки. Ведь почему развалился Советский Союз и сейчас развалится и вот этот диктаторский режим Лукашенко? Потому что люди, они выживают из ума, и они окружают себя такими же неспособными, неконкурентными значит, людьми. И они теряют нюх, они не квалифицированы, они так, только щелк есть так точно. И поэтому допускаются непростительные ошибки. И вот эти люди в последующем и не могут удержать власть, потому что не хватает ни ума, ни знаний. Они не привыкли работать, они привыкли воровать. Я в последующем, где-то чуть позже, остановлюсь на экономических преступлениях семьи Лукашенко. Это ужас. Люди живут в аварийных домах, которые им построили. Это целые кварталы. И при землетрясении, ну, 1-2 балла, эти дома сложатся как коробки. И там останутся люди. Их можно назвать сейчас гробы. Владимир, у нас по воле закончивается час. Я хотел вас под конец вот про что попросить. Вы были ветеран войны в Афганистане, так? Авторитетний високопоставлений офіцер одної з самих елітарних часток, які тільки були і в Совєтському Союзі, і в Незалежній Білорусі. Напевно, є шмат людей, які вас пам'ятають, поважають. Що б ви хотіли сказати тим силовикам, тим супрацовникам білоруських спецслужб, які, я думаю, поглядять наше інтерв'ю? Тому що я ведаю, що, наприклад, Лідія Ярмошина глядела моє інтерв'ю з Віктором Статкевичем, який тепер сидить за кратами. Що б ви хотіли сказати білоруським силовикам? Що їм робити, як себе поводити в ближайші кілька місяців? Знаєте, після останніх заявлень Лукашенка, який, ну, я... Вот это особенное. Если буду жив, то скажу вам правду. Я буду бороться, даже если вы меня не изберете. Это сказано все. Кстати, он сделал последнее заявление. Очень опасное заявление, фактически. Можно ожидать продолжения. Практическое продолжение его мыслей. Когда говорит, что на площади боевики собираются там у нас устроить дебош. Это намек на приведение в ходе массовой информации теракта, типа как метро 11 апреля после выборов 2010 года, когда он был в ужасе. И сейчас планируется операция, взрыв просто-напросто в гуще людей, и в результате которого в одного из, допустим, активистов Бабарики могут найти тут же, арестовать и найти в кармане пульт управления этого взорвавшегося снаряда или взрывного устройства. Провокаций нас ждут много. Но я хочу сказать, эра Лукашенко ушла. Этот парень ковыляет до финиша. И сейчас только дурные люди, только дурачки. И те люди, которые совершали преступления, а их 1-2 сотни, вот они могут отстаивать
интересы вот этого семьи Лукашенко. Однако они должны помнить, их не возьмет Лукашенко в свой самолет и не увезет в Арабские Эмираты, где у него находится эта вилла. Что касается офицеров армии, МВД, даже основной части КГБ, я уверен, они держат руку на пульсе. Мне дают информацию. И даже об угрозе мне, я часто поступал, от неизвестных людей приходит информация, и она действительно верная. В принципе, поэтому они не забыли, что такое офицерская честь. Ведь в чем слабость Лукашенко? У него нет наемной армии. Вот в чем вопрос. У нас в армии 18, 19, 20 лет. У нас, если есть бригада спецназ, элитная бригада спецназ, там ребята 18-20 лет, и это 3000 человек, не больше. А представьте, резерв 30-40 тысяч, это в резерве спецназа сейчас служат. Это люди, парни, которым до 33 лет. И что? Лукашенко хочет нас вот этими вот молодежью запугать, выстрелить в сторону там двух-трех человек, убить двух-трех милиционеров или спецназовцев, или сотрудников КГБ и в последующем стравить эти силовые структуры после народа. Не надо забывать, что все эти люди, выходцы из народа, и всем им с каждым днем становится хуже и хуже. Нищета. Вот такое типа заявление в смысле Рахмонов, который с пулеметов шел. Так, Лукашенко напужал, да. Лукашенко нагадал, что Каримов, да, президент Узбекистана, в 2005 году расстрелял демонстрации в Андижане. Спочатку это был захоп объектов войсковых, а потом вышли люди на протесты и были расстреляны коли тысячи человек. Лукашенко этим пужал. Господар Владимир, у нас кончивается час. Знаете, я опошнее, хочу, что вы хотите сказать? Я по поводу Рахмонов и всех этих людей, и всех этих заявлений хочу в ответ сказать. Помните, он говорит, вы не забыли, мы напомним. Так вот, я хочу напомнить Лукашенко, что я и десятки тысяч людей шли на пулеметы. И за нашими спинами оставлялись трупы этих Рахмонов. Мы можем еще один раз подняться и сходить в атаку. Поэтому не надо нас пугать. А мы можем напомнить тоже Лукашенко о всех его преступлениях, которые совершены были в годы его правления. Мы это мы напомним. Поэтому, в принципе, есть что вспомнить и есть что фактически сказать. Но мы будем действовать фактически законным путем. У нас, потому что мы сильнее. За нами правда. Тут, я думаю, никто не будет ставить уже на изъезженную лошадку. Это будет просто, это невозможно. Поэтому на оптимистической ноте я еще хочу, зарядить людей. Верьте, что есть выход из этого положения. Скоро я вас познакомлю с своим планом. План, который можно вот в этих условиях фактически реализовать и победить Лукашенко. Раскрыть все его махинации и фактически раздеть его догола. Он будет, останется как король лир, без одежды, без армии, без КГБ, без МВД и без близкого окружения. Так что это, мы победим. Живе Беларусь! Живи вечно! Свой план перемоги над Лукашенком анонсовал полковник Владимир Бородач, былый командир бригады спецназа Головного разведывального управления Генштаба СССР в Мариногорце, в Білорусі. Господар Володимир, дякую вам, всього вам доброго. До побачення, всіх благ.